И Антон Власюк на Bruising Team. Оп, пишите пар команды Smart Racing Team. Сергей Корякин и Антон Власюк. Победители ралли-шоу «Турбуль» 2023 года на подиуме, хотя не все складывалось на дистанции гладко. Время от времени у них возникали технические проблемы. Однажды почти сразу после старта с участка лопнул приводной ремень. Но стойкость духа, настойчивость, мастерство спортсменов – все это вместе позволило преодолеть трудности и одержать фантастически красивую победу. Сергей Корякин, Антон Власюк. Браво! Я хочу сказать, что помимо первого места